Приготовим очень вкусно этих красавцев в классном маринаде. Отрезаем хвостик и плавнички. Для соуса у нас свежемолотый перчик, сухой чеснок, цедра лимона, оливковое масло и сок лимона. Все хорошо перемешиваем. Далее нарезаем нашу руку вот на такие филешечки. Солим, хорошо пропитываем маринадом, оставляем минут на 10. Далее на сильном огне обжариваем рыбку с двух сторон минут по 5-7. Окунь получается безумно ароматным и очень нежным. Всем приятного аппетита!